Привет! Сегодня мы поговорим с вами о том, какие матчи нас ожидают в 19-м туре второй лиги ХФЛ. Начиная от игровой недели Гашека и Арсенал. Гашека, наверное, сейчас находится в опасном состоянии, когда они могут утратить турнирную мотивацию. Всем известный случай, когда пострадал судья Калюжный Юра от одного из игроков Гашека. Наверняка приведет к тому, что Гашек получит серьезные штрафные санкции для снятия очков. И в этой связи, в принципе, какие-то турнирные задачи для Гашека уже становятся абсолютно неактуальными. Вот. Ну, наверное, тут, если команда и продолжит свое выступление во второй лиге, остается только просто играть в футбол в своего удовольствия. Это может быть несколько раскрепостит игроков, но уже избавит от необходимости как-то особо переживать за результат, всегда собирать оптимальный состав на игры. Может быть, есть возможность наигрывать молодежь, но, в общем-то, вариантов развития как-то ситуации, подходов к игре у организаторов команды Гашека может быть масса, наверное, и виднее. Тем не менее, несмотря на превосходство в классе, встреча с Арсеналом не обещает быть легкой. Эта команда зубастая, просто там никому очков не отдает. Хотя неделю назад они проиграли дебютанту Эспасу 1-3. Вот, и наверняка полны решимости как-то реабилитироваться в собственных глазах и в глазах своих поклонников. Следующий матч проведут между собой Поздняки и КЛФК. Поздняки тоже дебютант второй лиги. Они присоединились к турниру после летнего чемпионата. В принципе, по-разному проводили свои встречи. Если дебют для них сложился неудачно, они проиграли 1-3 Союзу, то вторая встреча была проведена блестяще. Они 5-0 разгромили Ливерпуль. Но потом снова проиграли Самсона. Как видим, пока они турнирную дистанцию проходят неровно, поражения чередуются с победами. Вот. Но экзаменатор у них на предстоящей неделе очень непростой. Это один из лидеров чемпионата, команда КЛФК. И как они проведут эту встречу, наверное, будет вот своеобразным тестом на то, какая все-таки реальная сила команды Поздняков. Ну, фаворит, естественно, КЛФК, но как сложится встреча, мы с интересом понаблюдаем. Optima Farm проводит свой матч против Ливерпуль 2. Тут, в принципе, все очевидно. Ливерпуль находится пока что не в важной форме, а Optima Farm очки сейчас нужны, потому что конкуренты совсем рядом. И думаю, что у Optima настрой на матч будет самый что ни на есть серьезный, поэтому тут с вероятностью 99% можно прогнозировать победу Оптима. Союз встречается с Самсоном. В принципе, тут соотношение сил тоже очевидно. Естественно, преимущество у Союза. Но Самсон относится к той команде, несмотря на то, что это Самсон 3, относится к той категории команд, которая всегда борется до последнего. Бывают у них, конечно, провальные игры, как, например, с Вебром, когда они проиграли 0-7. Но, в принципе, всегда можно ожидать от них сюрпризов. Думаю, что с Союзом они тоже поборются. Вебра встречается с домом Архитектора. Уверен, что дом Архитектора тут придется непросто, потому что Вебр будет сверхмотивирован после обидного поражения от КЛФК. Ну, естественно, нельзя оставлять надежд побороться за место в призовой тройке. Более что не исключено, что конкуренты еще будут терять очки, поэтому тут с вероятностью тоже 99% можно прогнозировать победу команды Вебр. Эспас будет встречаться с Грифоном. Встречаются почти соседи по турнирной таблице. И каких-то серьезных турнирных задач у Грифона, наверное, уже на сегодняшний день нет. Ну а вот Эспас будет более мотивирован, потому что по-прежнему еще находится в опасной зоне вылета, вот предпоследнего места. Их отделяет 2 очка, и для того, чтобы все-таки как-то на финише чемпионата чувствовать себя более или менее спокойным, то сейчас самое время предпринимать к этому какие-то шаги. Так что
встреча с Грифоном хороший шанс для этого. Ну и матч Возрождения Титан. Для Возрождения прекрасная возможность набрать 3 очка, потому что уверен, что Титан и тут не приедет на игру полным составом, как это было и в прошлом туре, если я не ошибаюсь, позапрошлом. На этом все. Вот такие матчи нас ожидают в 19-м туре. Всем хороших игр, побеждайте, будьте здоровы, пока.